я выгляжу? Как настоящий плохой парень. Для твоего задания идеально. Значит, добыча Макаров. Макаров не добыча. Скорее, бешеный пес, убивающий направо и налево. Помни свою легенду. Она залог выживания. Это отряд 141. Добро пожаловать в ряды лучших бойцов планеты. Благодарю, сэр. Когда я увижу остальных? Они на задании. Цель — модуль автоматической системы контроля в тылу врага. По колено воде? Я бы сказал, на жестоком холоде. Проверь датчик сердцебиения. Ты сейчас должен видеть меня. Я синяя точка. Все неизвестные объекты будут показаны белыми точками. Роуч, эти клоуны даже не подозревают, что мы здесь. Давай потихонечку. Твой тот, что... Я возьму тепловизор и буду наблюдать за обстановкой с холма. А ты иди на базу под прикрытием Бурана. В такой метели охрана тебя не увидит, пока ты не подойдешь вплотную. И следи за датчиком сердцебиения. Удачи. Готов? Он мой. Спрячься, ты потревожил охрану. Есть, я перехватил их переговоры. Двигай.
двигайся на юго-восток и заложи взрывчатку на заправочной станции. Если что-то пойдет не так, переходим к плану Б. Машина, лечься. Хорошо. Востоку от взлетно-посадочной. Прячься, один тебя заметил. Внимание, машина остановилась. Высадились четверо, осматриваются. Северо-востоку от взлетно-посадочной. Это мой. Вот так-то. Спокойно. Какое-то движение на полосе. Тут группа бойцов, 20 с лишним, похоже, идут к тебе. Вот и заправочная станция. Ты ее нашел. Я тут еще кое-что перехватил. Насчет спутника. Так, подожди. Ага, похоже, спутник в дальнем ангаре. Иди туда, быстро. Найди наверху модуль автоматической системы контроля. Роуч, меня заметили. Не дергайся и не стреляй. Говорит майор Петров! Находись в ходе замерзания! У вас 5 секунд, чтобы сдаться! Роуч, переходи к плану Б. Yeah.
1. Основная точка под угрозой. Следуем в запасную точку на транспорте противника. Встречайте нас там. Прием!